Біз естеріңізде болса, біз акапелла тобы болып қатысқан болатынбыз. Сондықтан студия кезеңінде біз минусовкамен айтатын болғандықтан, бізге кішкене жаңалық груп тобымызға жаңалық болып тұр. Сондықтан өзімізді басқа қырымыздан енді көріп жатқандықтан бізге кішкене қиындық туғызып тұр. Соған қарамастан, бүгін бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Если вот говорить в общем, мне понравилось. Мне единственное показалось, что вам иногда не хватает слаженности, потому что, возможно, у вас совместный опыт работы не очень большой. Сколько вы лет вместе, вот как квартет? Год почти. Год. Ну, наверное, этого маловато. Вот в принципе, в отличие от первого, да, когда вы акапельно пели из микрофонов, было гораздо лучше. Мне нужно принять решение. Остался один стул, одно место. Впереди еще три группы. Осталось одно место. Вы в моей команде садитесь. Ребята хорошие. Надо прям работать и прям четверых прям связывать прямо веревочкой прям связывать.